«Целитель». Такое имя Пэтч Адамс получил не просто так. Его команда клоунов ездит по всему миру и дарит любовь и заботу тем, кто больше всего в этом нуждается. 17 ноября он посетил Центр реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Ну, с командой клоунов Пэтч Адамса мы дружим уже, наверное, больше 10 лет. И началось это взаимодействие с инициативы нашего бессменного педагога Стучкова Ирины Владимировны. И да, действительно, ежегодно, в четвертом квартале, ближе к Новому году, они регулярно приезжают в разном составе. Бывало, что их 20 человек, а бывало и 60. Традиционные миниатюры и шутки в выступлении больничных клоунов умело сочетаются с развивающими играми и даже лечебным массажем. Чтобы установить искренний контакт с детьми, Пэтч Адамс уже много лет следует принципам, которые сам же и разработал. Я осознал, что если мы хотим сохранить этот мир, мы должны совершить революцию любви, наслаждения и юмора. Это то, что я осознал. Мама помогла мне найти этот путь, чтобы я мог развивать это в себе. Я решил, что я буду активистом в любой момент. Буду обладать 6 качествами. Быть счастливым, смешным, быть любящим, сотрудничающим, создающим, тактичным. И что так будет всегда. Это длится уже 54 года. Все клоуны в команде Пэтча – волонтеры. В каждой стране мира, в которой он был, к нему присоединяются люди, которым не безразлично, когда дети в больницах страдают. We are the banda mustache. How do you say mustache? Usi banda, yeah! Моя мечта – мир, в котором никто из живущих не знает значения слова «война». Его просто не существует. Оно осталось в старом словаре. Никто не верит, что люди когда-то были настолько глупы, чтобы убивать друг друга. Потому что моя профессия необходима для сохранения мира, забота о людях и природе. Все, что я делаю, в будущем будет иметь свои плоды. Смех, как говорят врачи, действительно благотворно влияет на маленьких пациентов. Они быстрее встают на ноги, и не только в переносном значении. Языкового барьера между артистами и зрителями нет, ведь разговаривают они на языке любви, как считают сами клоуны. Дети просто счастливы, куча положительных эмоций, клоуны обалденные, подняли всем настроение, дали положительный заряд. Все супер. Мы счастливы, дети довольны. Ангелина, hello. Look at that magic. Oh, what's that? Чтобы пациент пошел на поправку, ему нужно самому захотеть выздороветь. Пэтч Адамс – настоящее новогоднее чудо Центра Альбрехта для детей, которым оно жизненно необходимо. В следующем году он тоже обещал приехать, чтобы вновь приносить надежду, веру и любовь.